Комитет по делам молодежи предлагает волонтерам и общественникам объединяться. В Иванове для этого будет создана ассоциация «Добрая воля», которая в будущем году проведет марафон «100 добрых дел для дошкольников». Цель этой ассоциации – объединить волонтерские инициативы и вместе реализовывать важные социальные проекты. Есть задумка объединить всех на базе добровольческого городского центра. Войти в состав ассоциации предложат общественным организациям и волонтерам-одиночкам. Выйти в реальную жизнь будут иметь возможность и онлайн-добровольцы, активисты в пабликах социальных сетей, которые хотят приносить реальную пользу обществу. Круглый стол по развитию добровольчества в регионе запланирован на 5 декабря. Тогда же ассоциация «Добрая воля» и будет создана. Мы считаем в сотнях. Вот у нас в городском добровольческом центре их около 300 человек, наших добровольцев, которые вот обозримые и которые фиксируются в списках. А так их гораздо больше. Вот я говорю сейчас, вот, например, группа есть в социальных сетях, в Фейсбуке. Их там 200 человек уже, они за месяц собрали столько народа. Группа «Обними сердцем», вы можете посмотреть, это они реальные люди, мы с ними недавно встречались.